Она дает понять наши сегодняшние возможности, наш сегодняшний ресурс, что мы себе представляем и какие у нас возможности. Говорить, насколько они хорошие, насколько они плохие, но тут достаточно сложно говорить. Почему? Потому что определенная солянка, скажем так, и кто-то пришел в команду, кто-то был травмирован и не заканчивал сезон, длинная подготовка была, но в целом, скажем так, достаточно удовлетворительный средний результат. Банально отдохнул, наверное, недельку, потом уже начал какие-то пробежки, какие-то там тренажерный зал, какие-то выпады, какие-то резинки. Ну, потихоньку все делал, не лежал там через день, обязательно чем-то занимался, бегал, тренажерный зал посещал. Ну, в основном такой, уже, как говорится, годы надо себя поддерживать в форме. В любом случае, лежать просто на диване уже и уже не то. Отдых сомнительный, такая достаточно... Сомнительно, можно сказать, что это был отдых, но, скажем так, провел время с семьей, но это уже замечательно, это уже хорошо. Хорошо прошло, тяжело, это нормально. Справились хорошо, я думаю. Ну, понятно, что тестирование для всех тяжело будет. Мы этого ждали, готовились. В отпуске не гуляли, как обычно. Так все хорошо. Положительные эмоции встретились все. Так что есть только радость. Занятия в зале. Вот после этого у нас будет 2 двухнедельных сбора в Гомеле, в манеже, спарринги, ну, стандартная, в общем-то, стандартная подготовка. Не, ну мы всегда ждем только положительные ожидания, мы однозначно в этом году будем готовиться, давать бой всем. У нас будут только, не знаю, положительные эмоции, надеюсь, у всех будут, у нас, у болельщиков, так что я думаю, этот сезон для нас сложится хорошо.